Привет, я Гриша, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас новинка корейского производителя охотничьего оружия – классический лук Pinnacle Esquite. Интернет-магазин «Попади в десятку». Рукоятка выполнена из соединения нескольких слоев дерева, выточенных под анатомический вырез руки. Также деревянная рукоять способствует уменьшенному трению и снижает вероятность скольжения кисти на минимум. На рукоятке имеются вырезы для крепления прицела и других дополнительных опций. Плечи сделаны из плотного металла, покрашенного в белый цвет. Общая длина данной модели составляет 137 см. С этим луком рекомендуется использовать алюминиевые или карбоновые стрелы размером 26 дюймов. Несмотря на небольшое усилие натяжения в 4 кг силы, данное устройство способно разгонять начальную скорость полета стрелы до 25 метров в секунду. Это классический тип лука, он является простым и доступным как в ценовой категории, так и в эксплуатации. Как подарок для ребенка – идеально, для взрослого – тоже. Дешевый, удобный, легкий. Он разбирается, так что если он даже не поместится в машину, его всегда можно будет раскрутить, сложить, аккуратненько упаковать, приехать, достать и собрать. Удобно. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте. Сделать это очень просто. Нужно перейти в описание, кликнуть по ссылочке и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну а ты стреляй в свое удовольствие, но не попади в закон. А на этом, собственно, все. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк. Напиши в комментариях, почему оно тебе понравилось. Можешь даже поделиться этим видео в социальных сетях. Если оно тебе не понравилось, тем более, нажми дизлайк и напиши, почему оно тебе не понравилось. Мы абсолютно открыты к адекватной и заслуженной критике. А любая твоя активность помогает нам становиться лучше, делать наш контент интереснее и качественнее. Поэтому в этом мы можем помочь друг другу. Я Гриша. Магазин «Попади в десятку». Чао!